6 декабря, 7 утра. День вооруженных сил Украины. День сильных, день смелых, день несломленных мужчин, женщин, воинов, героев. Всех, кто продолжает оборонять страну, всех, кто отдал... Доброе утро. Отдал свою собственную жизнь, чтобы не отдать Украину. Именно сейчас я иду к стене их памяти. Многие знают, где это, многие были там. Но тем, кто пока что там не был, стоит сходить. Увидеть лица наших героев, взглянуть им в глаза и просто помолчать. И в этой тишине подумать, вспомнить, осознать, сравнить этот день. Сравнить это утро и утро 651 день назад. Добрый день. Как было громко и многим было страшно. Но страх проиграл. И теперь про нас услышали все, как было тяжело тогда и как не стыдно теперь. Вспомнить, что мы могли потерять и что сохранили, зная, благодаря именно кому и ради чего именно, зная, что именно мы все защищаем. Защищаем мы свое, защищаем мы наше. И сегодня большинство из нас имеют возможность жить, работать в своих городах, ходить по улицам, по нашим улицам. И не Кирова, кстати, а Грушевского. Да, и уже почти 2 года здесь блокпосты, укрепления, ежи, но наши ежи, а не чужие шакалы. Те, кто наивно верил, что может быть иначе, что будет достаточно 3 дней, что будет по-ихнему. Но у нас есть те, кто доказал и доказывает, будет по-нашему. Доказывает ежедневно. Те, кто бьется за нашу свободу на передовой, в окопах, в танках, в самолетах, во всех родах наших войск, во всех наших бригадах. На нашем востоке, на нашем юге, на нашем севере. По всей нашей Украине. Кто дает бой на фронте и оберегает наши мирные районы. Но и сейчас я иду по столице нашей прекрасной страны, а не чьей-то губернии в составе чьей-то империи. Иду от офиса президента Украины, а не чужого гауляйтера. Впереди Европейская площадь, где наши сине-желтые флаги, а не триколоры. Впереди Владимирская горка в честь нашего великого князя, а не их мелкого царька. Такие моменты навевают немало мыслей, делаешь немало выводов. Вспоминаешь, что у нас позади, и знаешь, что у нас впереди. Позади ежедневная борьба за временно оккупированные территории, впереди их освобождение. Ну а как иначе? Это наша земля, это наши люди. Разве есть альтернатива? Нет. Позади 9 лет и 651 день войны. Впереди победа. А как иначе? Разве может быть альтернатива? Все мы знаем, что нет. И рядом вот видим наш прекрасный стадион «Динамо», и когда сюда и на все стадионы в Украине вернутся болельщики, тысячи из которых сейчас в рядах вооруженных сил Украины сражаются за наше. Как все, кто не разрешил оккупанту пройти здесь парадом, и потому рядом памятники нашему Черноволу, нашему Лобановскому. Доброе утро, с праздником. Вот такие люди, памятники нашим деятелям великим. И на улице немного холодно, но тепло на душе. И скользко. Но я знаю, что мы дойдем во всех смыслах, потому что знаю, что идем на самом деле вместе. А было тяжело. Но мы устояли. Сейчас непросто, но мы двигаемся. Как бы ни было сложно, дойдем до наших границ, до наших людей, до нашего мира, мира справедливого, мира свободного, вопреки всему. Вместе с вами и благодаря вам, нашему народу, нашим вооруженным силам Украины. Я поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Сегодня только одно слово. Молодцы. Сегодня только одна эмоция – благодарность. И только одно пожелание – победить. Командиры, пожалуйста, берегите солдат, берегите себя, будьте собой. Я вас поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины и помним, к тем, кто вел себя хорошо, придет Святой Николай Чудотворец. К тем, кто вел себя ничтожно, придут ВСУ, Творцы Справедливости. Ну что ж, я почти на месте, через несколько минут будет стена памяти о наших героях. Уверен, что для каждого из нас она будет напоминанием и будет служить стеной для нашего духа. Стеной, которую не преодолеют, не пробьют страх, уныние, отчаяние, раздор, мысли какие-то там, опустить руки. Мы крепкие, мы стена. Мы стоим, чтобы защитить нашу землю, чтобы защитить наших людей, чтобы одержать победу. Слава всем нашим воинам, слава нашим вооруженным силам, слава Украине!